Дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новолетием. Слава Вышних Богу и на земле мир! Эти евангельские слова звучат в храме в святые дни Рождества. В них свидетельство от ангельских сил о том, что на землю приходит Христос Спаситель. Это главное событие человеческой истории, великая радость для людей и великая тайна. Господь Иисус Христос воплотился от Преснодевы Богородицы и стал во всем, кроме греха, подобным нам человеком. Мы видим в яслях новорожденного младенца, но Он и привечный Бог, Творец, пришедший в мир ради Своего творения. Очень глубокое и в то же время простое объяснение содержится в текстах богослужения. Рождество Христово соединяет небо и землю. Бог приходит к людям, чтобы человек взошел на небеса. Бог приходит в мир, чтобы спасти нас от греха, который является корнем любого зла в мире. Тихую и светлую радость Рождества часто ощущают люди, даже пока далекие от церкви. Ведь человеческое сердце знает, что в рождественские дни совершается нечто великое. Господь изливает свою любовь на всех, потому что для Него нет ничего дороже человеческой души. Об этом надо всегда помнить, даже в непростых обстоятельствах нашей жизни, и никогда не унывать. Уже второй год мир пребывает в тревоге и смятении. Эпидемия нового коронавируса всем принесла много горя и потерь, значительно изменила и усложнила нашу жизнь. Но постараемся относиться к этой беде по-христиански. Вне бедствий нужно стараться обязательно делать дела любви, проявлять поддержку, понимание, милосердие, оказать помощь тем, кто рядом и кто пострадал тем или иным образом от эпидемии. Важнейшим проявлением любви является и молитва за наше Отечество, за врачей, за всех ныне болящих и скорбящих. Не надо бояться, а тем более изнывать от страха перед тем, что только еще может случиться. Надо жить с Богом и для Бога. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, укрепит и утешит нас в любых обстоятельствах. Дорогие братья и сестры, еще раз от всей души поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием. Пусть в новом году Господь хранит нашу землю и благословит наши труды. Пусть отступит, наконец, злое поветрие и умирится наша жизнь. Пусть в наших семьях пребывают счастье и благополучие. В эти дни, когда торжествует небо и земля, призываю вас щедро делиться с окружающими своей радостью, чтобы никто не чувствовал себя печальным и одиноким. Дай Бог, чтобы укреплялась наша вера, чтобы в нас не иссякала добрая ревность о делах Божиих. И да хранит вас Господь на всех путях вашей жизни. С праздником!